И еще очень важно, для меня очень важна первая половина книги, которая посвящена советским и русским деятелям культуры, потому что, как тоже многие знают, я пропагандист советского кино и стараюсь как-то восстанавливать по мере сил достоверное представление о советской Атлантиде. То, что ты являешься пропагандистом советского кинематографа, говорит ли о том, что ты не удовлетворен тем, что снимается сейчас, и тем, что ты видишь сейчас? Конечно. Я лью горькие слезы над советским кинематографом. Чем больше я его смотрю, чем больше я им занимаюсь, тем меньше я его знаю. И тем неисчерпаемее он мне кажется. И я плачу над страшной судьбой одного из самых ярких кинематографов в мире. Я понимаю, что советское кино умерло не только потому, что его как бы убили вместе с Советским Союзом, но и потому, что да, советский кинематограф, он столько лет, столько десятилетий пребывал в каком-то крайнем творческом напряжении, что уже там 70-х годов, во всяком случае, стал подавать сигналы неблагополучия, сигналы деградации. То есть за все 70-е годы, скажем, было, дебютировало в Советском Союзе столько же ярких режиссеров, сколько в 60-е годы дебютировало за год. Вот я сделал для себя специально такие таблицы дебютов, и ты понимаешь, что вот 64-й, 65-й, 66-й, а до 72-го года идет какой-то вал ярких имен и ярких первых фильмов, потом все это оскудевает, оскудевает, кино действительно деградирует. Но это не значит, что его надо было добивать. Ну, так же, как великое итальянское кино, скажем, с середины 45-го года там, по 80-й год. Что-то невероятное. Десятки не талантов, а десятки гениев. Буквально, и потом все, оно выдыхается. Вот польское кино, которое тоже было великим с 50-е по 70-е годы. Понятно, что польское кино тоже было добито приватизацией и крушением Варшавского договора, но и польское кино к этому времени тоже уже выдохлось. То есть тут два процесса шли параллельно, как бы уже было просто там добить советское кино, потому что оно само было больно, оно было само уже во многом несостоятельно. Но действительно можно по-детски так сказать, мне его как-то безумно жалко. И оно вызывает, по-моему, способна вызывать эмоции, которые не способна доставить современное кино, ни русское, ни какое бы то ни было, а ведь смысл в чем? В том, чтобы рождались эмоции. И какой-то опыт под последние годы, ну, наверное, тоже тенденция общая, потому что там пользуются книги Дениса Горелова, там, брата моего просто, названного по профессии, успехом про советское кино. И приходят люди там, в Дом кино смотреть советские фильмы, приходят там до 100 человек, скажем, а на какие-то премьеры европейские приходят там 10-15 человек. Ну и повторный прокат, да? Там есть желание, это вызвано, да, это вызвано не только, да, это вызвано не только, собственно говоря, качествами советского кино, но это вызвано и желанием, наверное, людей, которые прежде всего родились уже не в Советском Союзе и которые только слышат со всех сторон о том, как это было чудовищно и что мы жили в ГУЛАГе, и возникает желание как-то разобраться, что это такое было. А кино все-таки, как говорил кто-то из французов, что любой фильм – это документальный фильм. Любой фильм, он сохраняет воздух, он сохраняет взгляды, он сохраняет пластику людей, он сохраняет какие-то реалии, если это кино из современности. И поэтому люди идут смотреть советское кино во многом для того, чтобы понять, что же такое был Советский Союз. А Советский Союз был безумно сложно организованной штукой, безумно сложно построенным домом, таким же сложным, как и советское кино, эту сложность отражало. И так что проблема в том, что действительно, что люди хотят через кино понять реальность.
Знаешь ли ты о таком... То есть это не проблема, это хорошо, что... Такой спектакль Олега Нестерова и группы «Мегаполис» из «Жизни планет», где он сожалеет о неснятых советских фильмах. Близка ли тебе эта рефлексия? Я слышал, но не знаю, куда. Про неснятые фильмы. Можно сказать? Да, да, да. Моя любимая история, которую я рассказываю часто, как единственный раз. То есть мы, скажем, существует много воспоминаний о Сталине. Да? Воспоминания наркомов, писателей, что-то еще, каких-то свидетельств. И Сталин был очень хладнокровный человек, очевидно. И нету каких-то историй о том, чтобы его чьи-то неосторожные слова или запальчивые слова, или вызов брошенный кому-то вывел его из состояния вот этого равновесия. Да? Тем он и опасен, тем он и страшен, и величественен, что он спокоен. И когда ему командующий военно-воздушными силами, там, 34-летний генерал Рычагов, значит, бросил на совещании: «Вы заставляете нас летать на гробах» в 41-м году, то, значит, Сталин единственное, что сказал там, по свидетельству Симонова, еще кого-то: «Вам не надо было так говорить». Ну, потом Рычагова расстреляли вскоре, но не только в связи с этим. Но, во всяком случае, вот реакция: «Вам не надо было этого говорить». И единственное существует свидетельство о том, как Сталин был выбит из равновесия, это, хотя из третьих рук, то есть это Эйзенштейн рассказал Блейману, Блейман рассказал Рому, а Ром пересказал нам, но это интересно, что когда вышел «Октябрь» Эйзенштейна, 27-й год, потом «Старое и новое», и понятно уже, что Эйзенштейн – это такой творческое лицо Советского Союза. И понятно, что Эйзенштейн – это фигура, которая во всем мире котируется. Что для всего мира Эйзенштейн воплощает советское кино. И Сталин первый раз в жизни решил встретиться с режиссером и пригласил к себе Эйзенштейна. Они поговорили о том, о сём. И потом Сталин, уже прощаясь, на прощание, как вежливый человек, спросил о творческих планах Эйзенштейна. На что Эйзенштейн невозмутимо ответил: «Да вот, Иосиф Виссарионович, собираюсь экранизировать телефонный спор... А, не собираюсь экранизировать «Капитал» Маркса». «Что, с ума сошел?» – сказал Сталин. Вот это единственный Эйзенштейн удалось вывести Сталина из равновесия, потому что Сталин мог, наверное, себе вообразить, что там будет большая война, что там будет индустриализация, что там будет изобретена атомная бомба. Но вот представить себе, что можно экранизировать «Капитал» Маркса, он не мог. И хорошо еще, что Эйзенштейн не поделился с ним вторым заветным замыслом – экранизировать телефонный справочник. Вот это по поводу неснятых фильмов. Эйзенштейн хотел «Капитал» и «Телефонный справочник». Да. Это вообще неснятые фильмы – это, может быть, самая интересная глава истории кино. Вот многие присутствующие в этом зале, я замечала, подходят к Михаилу и говорят: «Посмотрели, да, посмотрели фильм, так вот прям как доктору, посмотрели, понравилось, да, вот что следующее». Вот какой-то, может быть, список из 5 из 10 фильмов советских, которые ты сейчас посоветовал бы посмотреть тем, кто сидит в зале, да, которые вот абсолютно изменят представление о советском кинематографе? Слушай, ну... Тоже вопрос без ответа, потому что у каждого свое представление. Ну, это настроенческое. Да, каждого, вот, да. вот в этом вот в ноябре что это может быть? Кроме тех двух, которые мы уже назвали на ноябрь и декабрь. Ну да, это я выбрал по любви фильмы, потому что «Обратная связь» – это великий производственный фильм, который смотрится как нуар, как триллер, где там отношения между секретарем горкома, которого играет Олег Иванович Янковский, там секретарями обкома, которых играют Кирилл Лавров и Игорь Владимиров, и начальником стройки, которого играет Михаил Ульянов, естественно, два брата Карамазова, и уволенная заместительница его Гурченко, там страсти производственные, страсти, связанные со сроками сдачи объекта, но это снято как нуар, это снято как гангстерский фильм. Это вот напряжение, эти интриги совершенно удивительные. Это Ленфильм, это Виктор Трегубович, 77-й год, и потом, ну, «Никто не хотел умирать», вообще один из величайших европейских фильмов, где прославился Бенионис, и дебютировали Адамайтис, Будрайтис, Вии Артманы, Масюлис, Брунаоя, Нарейко. И тоже прославился Бронюс Бабкаускас, которого сейчас не помнят. Великий литовский актер, он повесился в 78-м году, по-моему. Вот, но я не знаю, я... Ну вот по авторскому произволу я бы сказал...
Я не буду называть какие-то фильмы, которые вошли в тот или иной пантеон советских фильмов, но вот из того, что я сам для себя открыл, и из того, что для меня самого было неожиданностью, наверное, такой фильм, как это не смешно, по сценарию Юлиана Семенова, который называется «Не самый удачный день», это 66-й год, по-моему, режиссер Юрий Егоров, это такая трагикомедия, это «Новая волна», где играют Заманский, Светличная и Никита Михалков, причем Михалкову там 20 лет, и там Михалков первый раз появляется с усами. Это приклеил вот с теми усами, с какими он ходит сейчас, но там он их паролей приклеивал, ему надо было казаться старше, чем он есть, и он приклеивал усы. Но вот совершенно неожиданный, странный фильм, называется «Не самый удачный день». Потом фильм, который меня поразил в свое время, фильм, который называется «Ночь без милосердия». Это 60-й год, снял Александр Файнцимер. Ну, кто такой Александр Файнцимер? Это человек, который снял все советское жанровое кино. Это человек, который снял Котовского, это человек, который снял Овода, это человек, который снял «Трактир на Пятницкой», а между ними на протяжении 40 лет снял еще 50 лет, даже он очень долго работал, много жанровых фильмов. У него есть безумный фильм «Ночь без милосердия», такая фантазия об угрозе ядерной войны, где дело происходит на американской военной базе на Северном полюсе где-то, в Арктике, и где действуют какие-то ангелы, духи, являющиеся американским летчиком в полете. Из военных фильмов очень странный фильм «Дикий мед» режиссера Четверякова, где тоже действует призрак, но мы не сразу понимаем, что это призрак. Это 67-й год, это один из нескольких десятков фильмов, которые были связаны с темой репрессий, о чем не помнят сейчас. Потом мой любимейший фильм, который всегда, я сам его смотрел больше, чем любой другой советский фильм, это «Бархатный сезон». Это был такой залетный югослав по фамилии Павлович, который как-то оказался в Советском Союзе, то есть у него то ли папа был лидером сталинистской оппозиции против Иосипа Броза Тита и бежал в Советский Союз, то ли он сам участвовал, по-моему, он сам участвовал в какой-то подпольной организации молодых сталинистов против Тита, когда Сталин с Тита поссорились, и оказался в Советском Союзе, снял два фильма, здесь в Югославии он тоже снимал, он снял фильм «Единственная дорога» с Высоцким, это где Высоцкий прикованный рулем бензовоза едет и не произносит ни слова за весь фильм. И снял потрясающий фильм «Бархатный сезон». Это музыкальная комедия про гражданскую войну в Испании. То есть представить себе что-то более безумное по жанру. Вот это мюзикл про гражданскую войну в Испании. Снят в Советском Союзе в 78 году. «Бархатный сезон». Это моя колоссальная любовь. Этот фильм я смотрел раз 10 или 15 в жизни. Наверное, каждый раз, когда нужно что-то в нем уточнить, я не могу от него оторваться. Ну вот. Но я могу еще назвать 100 фильмов. Я очень многих люблю. Лучший, скажем, шпионский фильм, советский, тоже если кто-то испытывает слабость к этому жанру, фильм снят на Ленфильме, был режиссером Николаем Розенцевым, называется «Развязка». Тоже 68-й год. Самые богатые были годы, 66-й, 67-й, 68-й. Я сейчас много смотрю, то есть, ну, много-немного, но все, что, до чего могут дотянуться руки, это среднеазиатское кино 60-х, 70-х годов. Там тоже сокровища замечательные. Совершенно удивительный фильм «Улица Ньютона, дом 1». Это тоже Ленфильм, 63-й год, где единственный фильм, где можно услышать в свое время знаменитый в узких кругах гитарный хулиганский дуэт Юлия Кима, который понятно кто, и Юрия Коваля, который написал «Недопесок Наполеон I» и написал «Суир-выир» и «Приключения Васи Куролесова». Вот они были два такие хулигана-гитаристы, Ким и Коваль. Это фильм, где снята вся тусовка начала 60-х годов, в том числе и они. Ну, кроме того, что это шедевр «Новой волны», там фильм по духовных исканиях молодых математиков. Кроме этого, уйма живой прелести начала 60-х. Но будут эти сеансы или нет, или вообще все уйдет на следующий год, мы не знаем.
Спасибо. Спасибо большое. Все? Поаплодируем. Спасибо. И начнем автограф-сессию. А можно я выкурю сигарету? Да. Так? Хорошо. Тогда перекур, а потом автограф-сессию.